Сегодня в режиме ВКС глава республики Айсен Николаев дал команду на сварку первого шва трубопровода на Кынский поток. Газопровод позволит крупнейшему предприятию Мирнинско-Нюрбинскому ГОКу перейти на более экологичное и экономичное топливо. Соглашение о строительстве газопровода было подписано на полях Санкт-Петербургского экономического форума. Газопровод протяженностью 160 километров обещают сдать в декабре 2025 года. Уже сейчас приобретены все 160 километров труб, а на строительные объекты завезена спецтехника. Строительство позволит не только газифицировать предприятие «Алроса», но сделать шаг к газификации Нюрбинского, а в дальнейшем и Сунтарского районов. Население отмечу дополнительно, что помимо рабочих мест и на стройке, и на эксплуатации, очень важно, что идет развитие системы газоснабжения. То есть этот Накинский поток, он формирует и создает задел для газификации левобережья нашего Верхневилуйского улуса. Это порядка 12 населенных пунктов. И, соответственно, задел и перспектива в сторону Нюрбинского улуса. То есть здесь у нас ряд населенных пунктов, которые к этой границе уже будут, соответственно, подходить.